Всем доброе утро. Мы идем в садик. Марина спереди идет. Ну, а Ванечка со мной вот здесь вот идет. И мы идем в садик. На автобус идем и в садик поедем. Так что вот такие вот дела. Всем желаем хорошего дня, хорошего настроения. Ну и всего-всего самого хорошего. Ну, а мы пошли. Ой, ребята, у нас уже время к 9:30 подходит. Я поехала в город, Свету беру с собой. Пускай со мной проедется, а то я переживаю, вдруг плохо станет. Она хоть что-то сможет сделать. Поэтому таскаю ее везде с собой. Да, многим не нравится, что я Свету везде с собой таскаю. Но Света уже большая, понимаю. Мы гуляем по городу. Идем в библиотеку, Свете на книжку взять. И я сегодня кое-что приобрела. Думаю, все вам расскажу. И покажу обязательно. Очень долго искала, пыталась, купила. Довольно. Ладно, идем в библиотеку, а потом поедем домой. Идем мы, ребята, на автобус. Не идем, а летим. Сходили в библиотеку, сдали. И у нас 2 минуты осталось до автобуса. Вот уже почти подошли наконец-то. Устала. Запыхалась. Я сегодня, кстати, другие тени на глаза нанесла. Такие золотистые немножко. Ладно, идем. Поедем домой, дома все покажу. Света вперед меня убежала, а я пакет занесу. Ладно, автобус еще не приехал, слава богу, успели.
приехали мы уже с города. Сейчас полежала немного, полегче стало. Покажу, что купила. Все, кто помнит, у нас в Магните есть акция с кастрюлями. Ой, я сегодня себе кастрюлю одну купила по акции. У меня там, по идее, можно еще 3 купить. Наклеек хватает. Но посредством нынче не получается. Акции 1 числа заканчиваются. Я себе взяла кастрюлю большую на 8 литров. Сейчас Катя на столе все приберется, я вам покажу. Сходили также в библиотеку. Думала, успеет заказ прийти с аптеки с сердечным препаратом, но так и не пришли. Ну ничего, потом муж съездит, заберет. Сейчас вам покажу, что я купила. Так, дорогие друзья, что мы купили? Ну, давайте сначала по покупкам. Вот эту вот тюль я хочу здесь поменять. Из-за того, что, видите, она длинная, приходится загибать ее. Я купила коротенькую тюль. Что она у нас вышла? Коротенькую тюль и вот эту штучку. 300 с чем-то рублей, да, она вышла у нас. Потом, ну, вот она обычная, горошек, видите, такая. Потом машинку муж сделает мне, я ее прошью. Также у нас у кошки тарелки нет, поэтому мы взяли вот такую за 64 рубля кошки тарелочку, чтобы корм ей замачивать, потому что мы ей корм обычно замачиваем сухой. Света, полоснешь и замочишь ей корм. Также купила куриные кубики бульонные. Будем со Светой сегодня делать сухарики. И мы хотели сегодня с тобой еще эти шаурму, да, сделать рыбную из консервы. Также у меня нет ни колготок, ни гетров. Я зашла, взяла себе дешевенькие вот такие колготки. Что они были? 250, по-моему. И, ну, они с начесом такие мне, потому что в Перми я не хочу что надевать, хочу платье одеть. И взяла, ну, эти гетры такие коротенькие. Тоже латекс, тоже немножко с начесом. Взяла тоже 250, короче, 500 рублей вот за 2 этих. Потому что не в чем будет даже в Пермь ехать, а в джинсах будет жарко. И взяла по акции, ребята, за 1044, да, по-моему, вышло. Немножко дешевле, чем акции. Там 20 купонов на 8 литров. Ребята, у меня вот, по идее, есть еще. Я могу еще 3 такие кастрюли купить. Но это получится 3 с лишним тысячи, тогда отдам. Но у меня таких сейчас пока денег нет. Акция, блин, вот жалко, продлили бы акцию подольше, я бы тогда потом бы купила такие еще кастрюли, да, вот, а, 1104 даже, вот оно у нас вышло, но это тут еще пакет майка была и кастрюля, да, 1099 кастрюля даже вышла, вот она по акции, а так бы она стоила 300 бы кастрюля, видите, вот она кастрюля с крышкой и купоны, у меня 20 купонов списали. И вот классную кастрюлю купила себе такую, я прям очень сильно рада. Давно на нее отлаживала, у меня не хватало по деньгам 200 рублей. Ну вот я сегодня себе все-таки ее разрилась и купила. Потому что, ну, классная, в большой семье это хорошая покупка. Вот такие вот целые у меня покупки были. Сегодня также немножко засняла, как мы проехали по городу. Сейчас смонтирую и покажу вам все. На этом я первый влог завершу. Спасибо всем, что остаетесь с нами. Всем говорим огромное-огромное спасибо. Всем желаем крепкого здоровья. Ну и всем пока-пока.